Всем привет! Сегодня рассмотрим энергетический напиток под названием Комодо. Морозный мохито здесь вот так вот написано. Такая вот маленькая баночка, всего лишь 0,25 миллилитров. Ну и здесь у нас, собственно, нарисован, видимо, варан в соответствии с названием. Да, тут связь прослеживается между названием и рисунком. Но только еще как бы морозное, поэтому тут все такое синее. Здесь вот сверху как будто, знаете, такой заморозок, ну, снег какой-то. Стоила эта банка 82 рубля, что как бы достаточно дорого. Ну, я его решил взять на обзор, попробовать. Купил я его в Табрисе. В принципе, я их раньше нигде не видел. Тут написано, что у него вкус освежающий с горьковатой ноткой для особо требовательных. Вот прям так и написано по-русски на наклейке. Здесь такая наклейка, все остальное здесь у нас на другом языке, а именно на польском. Это польский производитель. Да, производство Польша здесь написано, поэтому тут все на польском. Да, и вот это вот название, где написано морозный мохито, тоже на польском написано. В общем, польский энергетик. Ну, давайте посмотрим. Прикольная открывашка такая. Знаете, такая как-то более прямоугольная форма у нее, нежели чем у стандартных. Вот. Ну, давайте посмотрим. Кстати, напоминает, вот как все это здесь сделано, Red Bull. Блин, пахнет. Вот прям пахнет не мохито. Я вот недавно делал там обзор на какой-то энергетик. Там вот прям этот русский. Там прям мохито-мохито и пахло. А здесь, блин, вот реально мятой пахнет. Причем настоящей мятой. У меня дома там растет мята во дворе. И я знаю, что это такое. И пробовал на вкус и на запах, как говорится. И вот, ну, настолько реалистичный запах. Я не знаю, возможно, здесь мята действительно в составе есть. Таурин, кофеин, ну, тут очень плохой шрифт, очень плохо, вернее, они пропечатали, поэтому мне сложно на самом деле читать. Ну да ладно, ну вот на запах именно как настоящая мята. Вот ты ее сорвал, листики, вот так в руках растер, и вот этот запах, вот прям один в один, это, ну, это годно. Это годно и выглядит следующим образом. Вот так, такой вот цвет. Там написано для вкус освежения с горьковатой ноткой. Еще как-то написано вкус освежения. Еще вообще. На самом деле горечи я здесь не чувствую как таковой. Но вот вкус именно мяты очень четко передается. Помимо этого есть кислинка. Ну и присутствует, конечно, сладость. На вкус он не похож на классический энергетик. То есть, ну, это как будто вот... Я вообще не чувствую там, что это энергетик. Как будто какой-то вот напиток по типу мохито, но вот здесь прям очень похоже на мяту настоящую, нежели чем в фабричных напитках, которые мохито там копируют, делают различные. Там, на разлив, неважно вообще, вот если мохито, да, там что же как бы, помимо чего там, лайм обычно, да, добавляют, там есть и домята, вот, то здесь вот прям как будто это какая-то газировка, настоянная на мяте, ну, и сахара добавили для сладости, и, ну, вот и кислинка, вот как-то так. Короче, что по мощности, не знаю, на меня энергетик сразу не действует, кроме очень мощных по типу Red Bull. Там я прям могу через несколько глотков почувствовать эффект. Ну вот сейчас я выпил, ну, может, слегка что-то там клапан подрывает, но на самом деле они не сильно на меня как-то там действуют именно в начале. Вот, поэтому по мощности не могу сказать, но по вкусу, в принципе, неплохо. Тут еще написано, что добрая марка, вот, прям так и написано. Вот так вот. Ну, 80 рублей за 0,25, я думаю, вряд ли кто-то из вас будет отдавать. Согласитесь, это перебор.
Но попробовать стоит, если вам нравится мята. В принципе, вы любите мяту, вот что-то такое. Я вам рекомендую попробовать. Ценителям мяты однозначно рекомендую попробовать. Я таковым не являюсь особо, но он мне, в принципе, зашел. Вот. Так что так, вот такие вот поляки энергетики делают. На этом у меня все. Спасибо за внимание и всем пока.